Soleggiata, luminosa, Italia inimitabile. Il Veneto è terra fertile, natura unica e clima mite. La più bella regione vinicola d'Italia, la culla del famosissimo Prosecco. A 60 km da Venezia si trova l'accogliente antica città di Conegliano, che fa parte del patrimonio UNESCO. Dietro ogni strada, ogni casa e ogni pietra c'è una storia secolare. Sono Luciano Mazzer. Conegliano è casa mia. Qui i miei antenati, la mia forza e la mia fonte di energia, la mia ispirazione. È qui che 50 anni fa è nata Tegola. Чао, дорогие друзья! Современная действительность ограничивает нас, и все мы скучаем по эмоциям личных встреч, новых идей, новых открытий. И мы с нетерпением ждем того времени, когда мы снова сможем чаще видеться. Но сегодня мы сотрем границы. Мы приглашаем вас в удивительное путешествие, которое приготовила международная команда «Тегола» для своих друзей. В 1976 году Витторио Венето было открыто первое производство гибкой черепицы, которое послужило началом истории Тегола. Год за годом в разных странах, на разных континентах открывались предприятия. И вот уже более 45 лет Тегола диктует стандарты производства гибкой черепицы во всем мире. На сегодняшний день Тегола – это 14 промышленных предприятий, 45 лет непрерывной эволюции, 36 патентов и изобретений. Компания является лидером не только в России и странах Европы, но также в Азии, в Северной Америке, в Южной. Продукция компании продается в 75 странах мира, на 5 континентах. Тегола – это жизнь нашей команды. Команды, которая привела компанию к тем масштабам, которые мы имеем. Тегола – это не просто заводы, сервис, продукция. Это в первую очередь люди, их эмоции, их успехи и неудачи, их слезы и пот. Это частичка души каждого. Мы хотим приоткрыть завесу и показать, как компания выглядит изнутри, кто стоит за брендом. Сердце Тегола находится на севере Италии, под Венецией, в Витторио Венето. Здесь в 1976 году был построен первый завод по производству гибкой черепицы. И здесь находится центральный офис группы. Ее мозговой центр. 45 лет назад мы решили создать совершенную кровлю. Гибкую черепицу, которая станет не просто материалом для крыши, а будет обладать абсолютной надежностью, эстетичностью и долговечностью. С тех пор мы каждый день делаем это, наслаждаясь своей работой и результатами. Бесценный опыт и компетенции, накопленные за многие десятилетия, позволяют нам выпускать поистине совершенные продукты. Вкладывая колоссальные средства в научные изыскания, мы знаем все о компонентах гибкой черепицы, о материалах, которые создала сама природа, и мы научились менять их к лучшему, менять их молекулярные структуры. Чтобы действительно быть уверенными в качестве нашей продукции, чтобы она была превосходной и неподражаемой, мы создали собственные производства основных сырьевых компонентов, внедрили множество ноу-хау и изобретений. Очень важно контролировать весь процесс – от производства сырья до упаковки готовой продукции, от проектирования крыши до монтажа кровли. На каждом этапе сотрудники лабораторий контролируют качество выпускаемой продукции, сверяют ее на соответствие стандартам качества, а наши сервисные службы гарантируют качество проектирования и монтажа. Сегодня каждые две минуты в мире делается одна крыша Тегола. Палитра из 130 вариантов форм, моделей и цветовых решений удовлетворит самые изысканные вкусы и притворит в жизнь самые смелые замыслы архитекторов. От хорошей идеи до ее превосходной реализации. Это порой большой и трудный путь. Путь конкретных людей. Людей, которыми мы гордимся. И это самое ценное, что есть у нас в Тегола.
Ведь мы — это одна большая семья. И в сердце каждого из нас создается и живет бренд Тегола. Черепица Тегола — это не просто материал. Это наше творчество. Создавая черепицу, мы вдохновлялись тем, что нас окружает, что заставляет биться сердца, что вызывает эмоции. Природа — великий созидатель. Все, что создано ей, уже непревзойденно и совершенно. И мы по праву гордимся тем, что и нам удалось сделать что-то особенное, основываясь на лучших ее творениях. Что может быть совершеннее фактур, созданных самой природой? Лес. Буйство оттенков. Игра солнечных бликов и теней. Шум ветра или дождя в кронах деревьев. Увидьте. Почувствуйте. Вдохните аромат. Прикоснитесь и ощутите ладонями, пальцами шероховатость древесной коры, тепло, исходящее от нее, и мощную энергию жизни, пульсирующую внутри. Горы, песнь вольного ветра, изменчивых облаков, неприступных пиков, бурных водопадов. Песнь, написанная в камне. Холод, надменность и при этом невероятная надежность, основательность, защита. Горы — это свобода. Виноградная лоза — дар богов человечеству, вобравшая в себя солнечный свет, силу дождя, земли и ветра. Она дарит сок. Сок истины. Сок радости. Сок, вдохновляющий художника творить. Вино — символ плодородия, жизни и чувственности с глубокими бархатными оттенками. Более вдохновляющим, чем все, что создано самой природой. Современность ставит перед нами не самые простые задачи. В условиях бешеного ритма, безумных скоростей, постоянного цейтнота и роя задач, требующих внимания и срочного решения, человеку сложно найти умиротворение, сложно в чем-то черпать вдохновение, сложно поддерживать само желание творить. Но есть уникальные места, посещая которые, буквально исцеляешься, возрождая в себе энергию жизни, черпая вдохновение, снова обретаешь магию художника. Давайте посмотрим вместе. Альпы величественные, вечные. Одетые в переменчивые наряды легких облаков, равнины, утопающие в зелени, маленькие и очень атмосферные селения, примостившиеся на склонах гор, античные разваленные статуи, вечно курящая Этна, лазурные воды Адриатики, скользящие по ним яхты, стройные ряды кипарисов и бегущие вдаль извилистые дороги Тосканы. Поля на склонах гор. Детский смех. Симбиоз неповторимого архитектурного стиля городов и солнца, заплутавшего в ветвях оливы.
сладчайший сок сицилийских апельсинов. Загадочное, романтичное, прекрасная Венеция. Венец творения человека, чей воздух пропитан морем, мечтами и любовью. И могу поспорить, что вы уже чувствуете, как льется в бокал ледяной просекко. Слышите смех самых близких друзей, а закат божественно прекрасен. Все это наши эмоции, наша Италия. Сегодня мы с вами создаем новую историю. Ее фундамент – многовековые традиции и опыт многих поколений. В ее основе – результат неординарного мышления, необыкновенного творчества, кропотливого труда, искренних эмоций многих и многих людей. Создавать превосходное, используя все самое лучшее – единственно возможное кредо нашей новой истории. Надеемся, что вы также будете наслаждаться нашей новой продукцией, как и мы, создавая ее.